Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дарид, и мы продолжаем играть в игрушку Улитка Боб. Что ж, это вторая серия, давайте начнем. Долгая дорога домой, значит, серия называется. Очень долгая. Так, я для, ну, так, для себя пометочку сделал. Ну что ж, давайте начнем. А сколько у нас уже? 9 уровней сделали. Давайте, у нас 10 теперь. Так, что на, ну, тут нужно сделать нам? Давайте остановимся сначала. Наша улитка не поворачивается. Вот в чем проблема. А, написано же не трогать. Ну ладно, одну жизнь мы потратили. Еще раз. Давайте поаккуратнее. Серии будут короткие. Так, вот на первую звезду. Что же я сделал-то опять? Нет-нет-нет, давай-давай, падай. Отлично. Так, 40 секунд, а мне еще надо... звезды найти. Где еще могут быть? Две штуки. Давайте остановимся, 25 секунд у нас. Одну звезду нашли, а где еще? Что-то звезд-то больше не вижу. Отлично. Точнее, плохо. Выберем уровень. Давайте еще раз попробуем. Так, первая звезда здесь, значит, вторая вот здесь. Третья, где же была третья звезда? Я вот смотрю, не вижу. Ну, где мы нашли точно? Фигово. Так, стоп. Может быть, она где-то тут висела? Быстро же мы проиграем. Еще раз. Но тут я не вижу, чтобы она висела. Так, тут остановимся, давайте поищем ее. Нужно быть очень-очень внимательным. Может быть, вы на видео, если увидите звезду, мне, пожалуйста, подскажите, потому что я почему-то ее не вижу. Короче, если будет, мы с вами ее потом найдем. Но пока что не знал, где она. Где-то спряталась. Следующий уровень. Так, стоп, тут можно будет тянуть эту штучку. Первая звезда. И, кстати, вторая. Так, значит, две звезды, а где еще одна? А вот она спряталась. Ну что ж, можно будет идти теперь. Я думаю, у нас не капнут. Мы аккуратно будем идти. Отлично, это на все три звезды прошли.
Вот. Ну, вы мне если что подскажете, где все-таки была звезда, или я сам на видео потом посмотрю, найду и с вами в следующий раз обязательно пройдем этот уровень. Заново. Так. Ну, пока что у меня сердечки закончились, мы с вами не сможем поиграть. Вот, можем за голоса, конечно, покупать. Сколько стоит? 5 жизней, 1 голос, 25 жизней, 5 голосов. Ну, пока что такая короткая серия у нас будет. Вот вторая часть губки Боба. Не знал, понравилась вам или нет. Ну, подскажите, где вы все-таки, если вы нашли звезду на 10 уровне, подскажите, где она. Мы с вами ее переиграем потом. Нам пока что всем пока-пока. В принципе, можно так и делать. А то, где мы не найдем, будем оставлять видео. Вы сами уже будете догадываться. Если вы угадаете, в комментариях пишите. Мы с вами в следующей серии обязательно найдем эту звезду. А пока что всем пока-пока, ребят. Я даже обобщу, кто мне первый подскажет, где эта звезда. Вот, того и назову. Скажу спасибо в следующей серии. Ну, а пока что всем до скорого, ребят. Пока-пока.